Закончились уроки, и красивые, нарядные педагоги школы номер 16 собрались в актовом зале. В канун своего профессионального праздника они принимают поздравления от своих любимых учеников. Здравствуйте, дорогие учителя, ученики и гости нашего праздника. Каждый класс приготовил свое неповторимое поздравление для всех учителей. Дети исполняли песни и танцы, читали стихи и разыгрывали интересные сценки. Концертные номера были пронизаны добротой, любовью, талантом и юмором. Учителя идут. Учителя получили много слов признательности и благодарности от своих воспитанников. Каждое выступление сопровождалось улыбками и бурными аплодисментами. В городском лицее праздник прошел в новом актовом зале корпуса «Бета». Организаторами, режиссерами, звукооператорами, певцами, танцорами, артистами, чтецами стали воспитанники и выпускники лицея. Вот в имени черным по белому, и у него не пройти. Дальше три слова для всякой премудрости, ты прочти поскорей. Вас приглашаю встретиться с юностью вечер школьных друзей. Вас приглашаю встретиться с юностью вечер школьных друзей. Ребята сами сняли и смонтировали фильм о своих любимых учителях, который стал еще и премьерным показом в новом актовом зале. И до года помните, где-нибудь под звездами звездолет уверенно отправляя ввысь. И до года помните, и навек запомните те слова заветные. Ты учись, учись. Директор лицея поздравил всех педагогов с праздником и от депутата Московской областной думы Ленары Семединовой и от общественной палаты Электрогорска вручил грамоты и цветы. Сегодня мы впервые собираемся в этом зале, впервые собираемся в новом образовательном комплексе. И у нас замечательный повод. Мы так практически посерединке между двумя праздниками. Это уже прошедший день воспитателя всех дошкольных работников и приближающийся день учителя. Мне безумно радостно сегодня видеть вас в этом зале. Мы постарались подготовить хороший праздник. Скажу вам честно, это было непросто. Ребята наши, выпускники, которые помогали, не спали уже пару дней. Но в нашей профессии с вами, наверное, очень ценно и важно, когда после школы ребята к нам возвращаются, когда мы их снова рады видеть, и когда они готовы нам помогать. Я желаю вам, дорогие наши, дорогие мои коллеги, в первую очередь, здоровья, оптимизма, терпения, чтобы вы с улыбкой и радостью приходили на работу, чтобы мы всегда совместно решали какие-то проблемы, которые, к сожалению, возникают, а может быть и к радости, для того, чтобы совместно их решить, друг другу улыбнуться. Особенно трогательно было видеть на праздничном концерте учителей-ветеранов педагогического труда. Благодарственным письмом Московской областной думы за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие системы образования Электрогорска и Подмосковья награждается Кириллов Владимир Петрович. И, конечно, как на любом празднике, сегодня не обошлось без сюрприза. Хедлайнером концерта стал солист группы «Братья Гримм» Константин Бурдаев. Дорогие друзья, дорогие учителя, здравствуйте. Здравствуйте, воспитатели. Знаете, волей судьбы так произошло, что я стал музыкантом, но до этого я мог стать учителем. Я учился в педагогическом институте долгое время, долгим учителем. Вот. Поэтому я практически в ваш коллега. Я по профессии учитель музыки. Вот. И так уж случилось, что музыку я стал преподавать немножко больше в масштабах, чем школьная аудитория, да? То
То есть, ну, чуть-чуть побольше просто у людей. Но примерно тоже, чем, тем же самым я занимаюсь. В общем-то, я учительствую, несу в души, стараюсь, по крайней мере, нести в души людей, больших и маленьких, что-то доброе, светлое. Певец подарил зрителям свои самые лучшие песни. Очень рад, что мне удалось поздравить сегодня работников, именно представителей этой профессии с праздником. Я сегодня поздравлял своих коллег с праздником, с этим нелегким трудом. Так что большой им респект, как это сейчас современно говорят, да, большое-большое уважение и всех благ, пусть все пренепременно сбудется.